Всем привет! Давно не записывал видео, никаких вообще для YouTube. Решил это записать, короче, вот давно хотел поговорить, короче, записать видео отличия работы в Яндекс.Еде и в Delivery Club. Есть какой-то свой личный опыт на примере, короче, города Пермь, Россия. В Перми сам живу и работал, вот, в общем, в прошлом году в 21-м в Яндекс.Еде курьером по самозанятости. Это важно, ну, не через посредников там, или как там, не через не через компании там, или как там это называется, ну, короче, просто как самозанятый на себя. И вот с марта, короче, этого года, 22-го, я работаю в Delivery Club, тоже самозанятым курьером. И хочу рассказать об отличиях, может, кому-то это пригодится, будет интересно. В таком формате, короче, на телефон, с такой вот этой камерой, потому что нету возможности сейчас там нормально записать, там все оформить красиво, короче. Это актуально, короче, вот на сегодняшнее время. Сегодня 13 июня 22 года. Ну, это вот про Delivery Club. А с Яндекса у меня особо нету информации, как там у них что обстоит. Хотя я тут общался с ребятами, с курьерами, которые в Яндексе работают, ну, на улицах общался с ними. Они говорят, что там не особо что поменялось. И когда я работал там в прошлом году, в 21-м в Яндекс.Еде, это я работал там с мая по июнь, короче, 2 месяца. А, короче, что там было? Вот вообще отличие Яндекс.Еды и это Delivery Club. Короче, я сразу скажу, хотите больше бабок, идите в Delivery Club. Вот, это по крайней мере в Перми, короче, вот Пермский край, Пермь. Не знаю там, как это, короче, в других городах, но в Delivery Club больше по бабкам выходит. Сейчас в Delivery Club за заказ, просто за доставленный заказ, 85 рублей. Вот это на 13 июня. А в марте я еще работал в Delivery Club, за заказ была сотка. Сейчас снизили, сейчас 85 заказ, наверное, потому что лето, доставлять, ну, как бы проще, может, то, что курьеров больше стало, может, то, что лето, и как бы, ну, проще доставлять там. Зимой, наверное, мало кто хочет работать, ну, в это, в снег там, ну, как бы я вот работал. В Яндекс.Еде там в прошлом году было за заказ, там что-то выходило 70, что-то, короче, или что-то такое, ну, плюс это, плюс километраж, короче, там пройденный. Вот. Ну, в Яндекс.Еде, короче, это прям вообще, короче, копейки. Там такой рабский труд, как бы, блядь. А, что я зря, наверное, сматерился. Там сейчас у Ютуба новые правила. И, короче. Короче. Что еще? Яндекс.Еда проигрывает, короче, Delivery Club по приложению. Ну, вот это мобильное приложение для курьеров, оно у Delivery Club гораздо вообще удобнее. Намного, оно меньше лагает, оно быстрее, оно удобнее. Там, ну, вообще там много всего там более понятно. В Яндекс.Еде оно такое что-то лагает как-то, там что-то бывает не открывается. Какое-то тормозное, жрет больше зарядки. Но вот это, по крайней мере, у меня такое было, мне понравилось. Но вот мне понравилось в Яндекс.Еде там, если что-то заказ не влезает в сумку, там можно вызвать такси, короче. Ну, у них же есть у Яндекса свое такси. Вызываешь такси, и там тебя и довозят, короче, до этого. Да, ну, кому надо доставить заказ до клиента. Вот, с этой также сумкой там все, садишься. Вот, такие там бонусы, короче. Delivery Club, в Яндексе плюсы, вот там можно
ну, взять сумку и пойти работать вообще в любое время. Там вот в любое время можно нажать вот эту кнопку, выйти на свободный слот и работать хоть сколько. Нажал кнопку, можно выполнить один заказ, два заказа, и все. И уже закончить вот это время, закончить слот, и все, и пойти там дальше, я не знаю, жить, спать, там есть, гулять, что угодно. А в Delivery Club там минимальный слот, короче, 4 часа. То есть, если я там взял свободный слот, он минимум 4 часа. И там, если там я отходил из 4 часов, там 3 часа, там идет штраф, короче. И так далее. В Delivery Club еще штрафы есть за невыйденные слоты. У меня там был запланированный слот, короче, вот недавно. Я на него вообще не вышел. И, ну, поздно отказался, и мне, короче, минус 800 рублей мне сделали. То есть, а я там за предыдущие дни, за следующие, я там что-то заработал, ну, 3000 в общем, да. И мне минус 800 рублей за вот этот слот, на который я вышел, я не вышел. Мне прислали там на карту 2200, короче, там 2300, что-то где-то. То есть то, что я не вышел, вот я отменил слот, я не вышел на него просто. Я так вот расплатился просто бабками своими. Я уже знал, причем на то время, что там штрафы дают, но я что-то все равно, короче, отменил его. Есть там запланированные слоты, есть свободные слоты. То есть свободные — это я запускаю вот сейчас вот приложение, допустим, и вижу там слот, допустим, на 4 часа, там, там с 11 до 3, там на 4 часа. Я нажимаю его, взять слот, еду на отправную точку там, в какой-нибудь KFC, все, нажимаю начать слот, и все, начинаю, мне падает заказ, я начинаю доставлять. Причем по этому району в Delivery Club, именно там как-то, если я далеко отхожу от отправной точки, там есть такая особенность, там заказы перестают лететь, то есть они не приходят. Я там бывало с отправной точки, я хотел есть, и, короче, я уезжал до своего дома, короче, мне не падали заказы, я ел, причем, ну, слот я не заканчивал, не закрывал. Также вот это он продолжался, я ехал потом обратно на отправную уже, ну, отдохнувший такое немного, и просто продолжал. А в Яндексе там вроде такого нету, там по всему городу. Я начал там на заказ, там, может, ой, слот там на окраине города, а закончил там его в центре вообще где-то. То есть я там, где бы я ни находился, там заказы падают, 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 падают. Еще что, отличие. В Delivery Club гораздо больше заказов. Но они гораздо чаще приходят. Больше по деньгам выходят. Вот. Вчера вот я ходил еще тоже в Delivery Club. Там получал доплаты, короче, это. Это когда много заказов там или курьеров не хватает. Мне прилетали заказы, и там, короче, в приложении таким оранжевым пишется доплаты. И там, там за заказ 85, да, обычно. Я там получил заказ 165, то есть из доплаты. Плюс там 80 рублей. Тоже так нормально, короче. И за вчера, вот вчера я ходил. Я вчера проходил с 12 до 6. У меня там вышло что-то где-то 1500-1600, короче. Это у меня там 13 заказов получилось. 13 заказов. Вот. Ну, там плюс километраж, плюс вот эти доплаты. Вот у меня где-то 1600. Вышло это с 12 до 6. Сколько? 6 часов я проходил. 6 часов. В Яндексе я работал прошлым летом, и я там что-то проходил один день, там у меня было что-то где-то с самого раннего утра, с 10 до 11, я там так вообще жутко прям устал, и за этот день у меня что-то где-то 1800 вышло, вот. В Delivery Club я
у меня 1800 выходило, я работал. Короче, один слот с 11 до 3, 4 часа. Потом был у меня перерыв 2 часа. Ну, просто перерыв, я не работал. Следующий слот у меня начался с 5 до 11, то есть это сколько? 10 часов. Вот за 10 часов, причем это был перерыв, там еще 2 часа, я заработал там 1800-1900 практически. Это пешком. Пешком я работал. Я работаю пешком, не на велике, не на самокате, просто пешком. Вот, я разговаривал с чуваками в деливере. Чувак на велике мне показывал там свои выплаты в приложении. У него там выходило там под 3 косаря. Причем он работал, ну, в таком. Он говорит, я как бы вообще не напрягаясь там, доставлял, вообще не спеша, таким своим темпом, ну, на велике, особо не гонял там, и вот у меня 3 косаря получилось там сзади. Ну, как бы, ну, нормально вообще, просто подоставлять еду. На машине там, если, так там вообще, наверное, бабок нормально. Приоритеты там в деливере выдаются. Там заказы сначала прилетают, кто на машине, ну, в приоритетности, кто на машине, заказы распределяются потом, кто на велике, кто на самокате, а потом уже только пешему. То есть, кто ногами ходит, они как бы, ну, меньшая приоритетность. Вот. Что еще рассказать? Все, наверное, такое вот, короче, видео как раз протестирую. Как будет слышно видео, когда я вот хожу, короче, на улице, я никогда телефон на одном месте, и все, короче. Всем пока.